В эфире телеканал РБК, Андрей Левченко. Здравствуйте. Международное рейтинговое агентство снизило рейтинги российских компаний. Прогноз кредитного рейтинга России пересмотрен со стабильного на негативный из-за геополитических рисков. В последнее время за этими решениями стоят политические интересы, уверены многие эксперты. Поэтому деятельность рейтинговых агентств должна четко регламентироваться, особенно международных. И это произошло. Оперативно принят и вступил в силу закон, устанавливающий правовые основы деятельности кредитных рейтинговых агентств. За что теперь ответят рейтинговые агентства, попытаемся разобраться в программе. Помогут нам в студии Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт.РА», и Виктор Четверяков, генеральный директор национального рейтингового агентства. Дмитрий, Виктор, приветствую вас в студии. Добрый день. У вас на двоих сколько рынка российского рынка рейтинговых услуг? Ну так, приблизительно. Я думаю, что на двоих примерно около 70%. Около 70%. Ну, это в штуках. Не в деньгах. В деньгах большая часть приходится на большую тройку международных рейтинговых агентств. Кстати говоря, это один из вопросов мой, да? Почему так много? Итак, закон вступил в силу, закон о рейтинговых агентствах, очень такая модная цифра, 222-й федеральный закон. Долго обсуждали, годами обсуждали, как мне кажется, надо было придумать санкции, иначе бы он вообще, мне кажется, не был никогда принят. Вступил, соответствует он вашим ожиданиям, не соответствует, что нового? Как теперь будете жить? Знаете, мне этот закон, он перевернул представление о том, что можно делать в рамках нашей власти, потому что впервые с нами посоветовались. И не просто посоветовались, а очень много стадий обсуждения закона было. На разных стадиях мы спорили, на чем-то мы сходились, на чем-то расходились. Но вот этот закон, в общем-то, он впитал все, что вот мы предлагали мы, Виктор, там, агентство АКМ, допустим, Русрейтинг, да, вот Россия. Ну, то есть четыре крупные российские агентства, да? Да, да, да. И для меня это был некий такой культурологический шок, что можно, оказывается, в рамках нормальной демократической процедуры что-то протащить. Спасибо санкциям. А вот это тоже принципиальный вопрос. А у вас есть объяснение, почему без санкций вам не удавалось с помощью демократических процедур принять этот закон? Ведь если я посмотрел, вот так пробежался немного, ничего особенного. Там буквально идет, формулируется, что такое там рейтинг агентства, рейтингуемые, там такие основополагающие базовые вещи. Неужели надо было там 20 лет развития финансового рынка, чтобы прописать эти элементарные вещи? Я думаю, что на самом деле от санкций в этом законе практически ничего нет, кроме одного утверждения, мы о нем еще поговорим, то что теперь агентства в России могут быть только российские. Я имею в виду, что они должны быть зарегистрированы. А это главное, вы считаете, да? То есть теперь филиал... Это очень принципиально. Но это не единственное, что есть в законе. И если говорить о поправках, то, наверное, там процентов 80 поправок, которые я давал к закону, там вот от нашего, например, агентства, да, они не касались вот этих около политических вещей, это были поправки, которые касались процедур. А почему? Да потому что вот до тех пор, пока мы не поняли, что в любой момент нам могут взять и отозвать все рейтинги, и финансовая система подвиснет без каких-то ориентиров рисков, а вот без этого, видимо, никто не решался двинуться вперед. Понятно, Виктор, ваша оценка принятого, вступившего в силу. Да, я согласен с Дмитрием, конечно, в части того, что действительно это удивительное было, наверное, такое общность интересов, когда и регуляторы, и законодатели, и как бы сами агентства тоже, и даже участники рынка высказывались о том, каким должен быть этот закон. Многое из того, что мы сделали, действительно в этот закон попало. Были какие-то моменты спорные, о которых мы там обсуждали. Но в целом, мне кажется, закон получился достаточно удачным. Но с вашей точки зрения, что главного в этом законе? Дмитрий сказал о том, что санкционное давление не определило то, что прописано в этом законе. А с вашей точки зрения, это действительно так? Санкционное давление скорее способствовало скорейшему продвижению этого закона. Он действительно был достаточно быстро принят во всех трех чтениях и подписан президентом. Мне кажется, там есть еще ключевые вещи. Они связаны с тем, что большая часть пунктов этого закона, они во многом повторяют требования там европейского регулятора ЕСМА, на которого ориентируется прежде всего Центральный банк как регулятор отрасли рейтинговых агентств. И еще там есть один очень важный момент, на мой взгляд, он связан с тем, что наш регулятор пытается добиться бивалентности вот этого вот закона. То есть, чтобы признание агентств здесь, оно было, по сути, аналогичным там и в Европе.
То есть, например, если мы по этому закону и по этим стандартам здесь работаем, то мы можем соответствовать, по сути, практически соответствовать стандартам европейской деятельности. И наоборот. Это ускорит процесс, скажем так, деятельности, ну, как бы внедрения деятельности российских рынков. Виктор, но все-таки объясните, вот что-то принципиально в вашей работе изменится? Вы получаете какой-то новый инструмент, вы получаете дополнительный рычаг влияния. Кстати говоря, может быть, немножко о кухне расскажу. Мы ведь, разумеется, приглашали принять участие в программе S&P, Finch или Moody's. И в данном случае там стена молчания. Я подозреваю, там без комментариев, но я подозреваю, что международные рейтинговые агентства, Большая Тройка, не в восторге от этого закона. А у вас какие ощущения? Ну, у меня ощущение, да, что там есть один ключевой момент в законе, который связан с тем, что на сегодняшний день любое международное агентство, если оно работает в России, оно должно создать здесь полноценный офис. До этого момента три перечисленных рейтинговых агентства, они работали в формате филиалов, по сути. То есть это коренным образом меняет принцип работы агентств на территории Российской Федерации. Да, Дмитрий, ну а вот другой пункт. Законопроект не разрешает аккредитованным агентствам менять национальный рейтинг, да, по национальной шкале из-за того, что мотивируя решениями иностранных государств. Ну, например, если выставим национальный рейтинг какой-то российской компании, иностранным агентством рейтинговым, и, скажем, государство, которое оно представляет, там, вводит санкционные решения в отношении России, то это не может являться причиной для понижения рейтинга. Это разве не приведет к тому, что международные рейтинговые агентства, чтобы уйти от греха подальше, как говорится, просто прекратят выставлять рейтинг в национальной шкале для российских компаний? Ну, насчет прекратят они это делать или нет, я за них говорить не буду. Ну, а предположить-то вы можете? Все может быть. Могут прекратить, могут не прекратить. Но я хочу обратить внимание на исходную посылку. До сих пор, и это продолжается пока по сей день, для того, чтобы удовлетворить многим требованиям, например, бюджетного кодекса Российской Федерации, надо иметь рейтинг, международный рейтинг от международного рейтингового агентства. Зачем? Вы мне объясните, пожалуйста. Этот рейтинг учитывает страновые риски. Это мы находимся внутри нашей страны. Но чтобы интегрироваться в международную систему рейтингования... Бюджет мы не интегрируем в международную систему. Наш бюджет, выработать у российских компаний желание работать по международным стандартам, предполагая, что не сегодня, так через год, через два, через три, они будут размещать еврооблигации, где уже международный стандарт, рейтинг понадобится. Нет, вот давайте разделим две истории. Первая история – это размещение международных облигаций. Да. И там Большая Тройка пока, она незыблема. И, наверное, там какое-то время будет еще незыблемой. Ну, по крайней мере, никто близко не подходит. Если мы говорим о нашей стране, о создании финансовой системы и регулировании финансовой системы внутри России, то для этого нужны рейтинги по национальной шкале, которые выставляют агентства, которые работают внутри России. Нет, неважно. Но вы же 70% рынка контролируете, по количеству рейтингов. По деньгам у вас какая доля приблизительно? По деньгам не берусь говорить, потому что это абсолютно непрозрачно. Они же филиалы. Мы не можем посмотреть, например, английский офис или американский. Но я так думаю, что по деньгам, дай бог, если мы треть берем этого рынка. Понятно. С точностью до наоборот, на 180. Да. А тогда, Виктор, вопрос возникает. А почему так? То есть изменит ли закон? Ну, кстати говоря, можно это проиллюстрировать. Похожая ситуация у нас в стране, если говорить о денежном выражении, такая же, как и на мировом рынке кредитных рейтингов, где тут очень, опять же, сложно считать, но я уверен, что мало что изменилось с 2013 года, где на Большую Тройку приходится, скорее всего, больше 90% рынка, правильно? Так и есть, да. Да, и опять же, возвращаясь к закону, он меняет что-то или нет? Можно ли вот появление филиалов, значит ли это, что теперь вы в равных правовых условиях, в равном конкурентном поле, и у вас денег будет больше? Хорошо. Значит, с точки зрения мировой конъюнктуры рынка, этот, конечно, закон российский ничего не меняет. То есть он, наверное, на будущее может нам дать определенное эквивалентное соглашение с ЭСМО, нашему регулятору, и позволить российским компаниям более, скажем так, открыто работать на международном рынке, возможно, приход сюда других международных
кадровых агентств и так далее. С точки зрения того, что действительно ситуация может поменяться на внутреннем рынке, вероятно, да, такое возможно. Потому что не будем замывать, что рейтинг – это не только инструмент оценки рисков и как бы оценки выпусков там, облигаций, выхода компаний на биржевой рынок, но это, к тому же, еще элемент прозрачности. А в России всегда с этим было не совсем хорошо. Международные компании всегда рейтинговали достаточно высокие, так скажем, сливки общества, то есть у них всегда были очень крупные компании. Но это тоже понятно. Которые размещаются за рубежом, да, обладают полным набором международных отчетностей, там, корпоративными стандартами по международной практике и так далее. Большой пласт оставался компаний, достаточно интересных, потенциальных, которые растут. И кроме того, вот требования бюджетные, о которых Дмитрий говорил, требования государственного размещения. А сейчас, кстати говоря, в этих требованиях произошли изменения бюджета? Там прописано, что... Частично, да. Частично. Это пока процесс только начался. Он идет, После того, как приняли закон, центральный банк должен принять около 16 новых нормативных актов. Кроме того, поменять все старые нормативные акты, где упоминались рейтинговые агентства. Вместо того, чтобы перечислять агентство А, Б, С, надо написать просто агентство из реестра Центрального банка. А да, реестр будет создаваться. Реестр будет вести Банк России. Следующий вопрос возникает. Легко ли попасть в этот реестр? Ведь, как я понимаю, не обязательно иметь аккредитацию, чтобы работать рейтинговым агентством в России. Кстати, другое дело, что если ты не аккредитован, то твой рейтинг... Твой рейтинг не может использоваться для целей регулирования. Ну, а не проще ли было запретить работать без аккредитации? Я вот не совсем понимаю, почему такой был смысл? Шаг. Например, мы рейтингуем университеты не с точки зрения их кредитоспособности, а с точки зрения качества обучения. И, допустим, еще помимо нас несколько компаний этим занимаются. Зачем запрещать эту деятельность? Пусть они этим занимаются. Они не подпадают под регулирование, они существуют. Да. Что касается кредитных рейтингов, да, это только рейтинги из реестра. И тут впервые мы оказываемся на равных с агентствами большой тройки, потому что у нас все становится одинаковым. Это и хорошо, и плохо. Для нас это огромный объем работы по приведению наших процедур в соответствии с законом. И, кстати, с требованиями Евросоюза они очень близки. А для наших коллег международных, ну, соответственно, наверное, это тоже большой закон, потому что, например, одно из требований – это то, что все должно быть на русском языке. Для них это тоже некий шок. Но согласитесь, работая в стране, надо держать всю документацию на русском языке. Понятно. Если говорить о том, внутренний рынок мы обсудили, Виктор, если говорить о том, о ваших планах по выходу на международные рынки, закон как-то стимулирует этот процесс? Создается ли у вас, опять же, рычаг или какие-то стимулы для того, чтобы открыть представительство в Европе, там, активно выходить на азиатские рынки, ну, может быть, на американском рынке попробовать конкурировать, что маловероятно, но тем не менее. Такой прям глобальной, конечно, глобальной такой стратегии, наверное, у нас пока нет, это на перспективу будущее. Но с точки зрения того, что, например, Центральный банк описал для нашей отрасли, в том числе один из KPI-ов, это получение международного признания, правда, четко не обозначив, там, аккредитация это ли, или там какие-то еще проекты, связанные с рейтингованием за рубежом или оценкой, а мы туда, естественно, также направляемся все. То есть, ну, а долго направляетесь? Сколько вы? Ну, создали офис, вот постепенно пока общаемся с нашим замечательным европейским теперь уже регулятором, он тоже такой же стал нам близкий. Ну, вот у Дмитрия тоже такая же ситуация. И мы общаемся с ними, да, соответственно, для того, чтобы в последующем тоже эту аккредитацию получить. Ну, а как на вас смотрят? То есть, вот российское рейтинговое агентство, когда вы общаетесь с европейским регулятором, вас воспринимают всерьез? Ну, там дело в том, что как бы нет такого четкого градации, да, российское это не российское, там словакское или еще какое-то агентство. Там ко всем относятся одинаково. Если ты соответствуешь деятельности, которая там и требованиям, которые есть у ЭСМИ, то, соответственно, получает эту аккредитацию. Но при этом надо большой пройти объем переписки, там документации, создание, соответственно, подразделения, которое бы отвечало требованиям, там очень жесткие. Ну, а по формальным признакам вы проходите или нет? Где самая главная проблема? Самая большая проблема, конечно, состоит в том, что европейский регулятор во взаимодействии, вот нет такого, как бы, возможности пообщаться. То есть он делает иногда достаточно общие отписки. Он говорит, например, так нельзя, но как можно, он не говорит. То есть ты как бы готовишь другой вариант, тебе другой вариант таким образом там принимают или не принимают. Опять же, это обсуждение может затянуться не на один год. Дмитрий, у вас похожая ситуация? Сколько
пока вы движетесь на европейский рынок? Наше европейское агентство организовано больше 2 лет назад. С тех пор мы двигаемся в этом направлении. Я надеюсь, что мы находимся где-то уже в заключительной стадии движения. И здесь я вот немножко с Виктором не соглашусь. Для них важно все-таки, откуда находится агентство, потому что наше агентство для европейского регулятора немецкое. Оно не русское, оно немецкое. Да, то есть, правда. Да, акционеры из России, но агентство немецкое, оно действует по немецким законам. То, что вот сейчас новый закон требует и от остальных агентств. И на наш взгляд, вот сейчас Европа сделала просто огромный скачок, потому что есть европейское регулирование, оно стало наиболее сильным во всем мире. К этому регулированию присоединились Соединенные Штаты, Гонконг, Сингапур, еще целый ряд стран. И это огромное пространство, где единые требования к рейтингу. А нет, ну а мы-то в это пространство заходим, нас там ждут? Нас пока еще там не ждут, переговоры не начались. Вы же 2 года идете. Это речь идет о нашем отдельно взятом рейтинговом агентстве. И когда я надеюсь, этот процесс завершится, наше отдельно взятое рейтинговое агентство, как гордое независимое рейтинговое агентство, будет там действовать отдельно от московского офиса. Как немецкое. Что касается российский московский офис, то здесь мы оказываемся в небольшом таком аквариуме, который называется Российская Федерация. И сейчас, на мой взгляд, нашему Российскому Федерацию надо этот аквариум расширять. Да, так расширяйте в соответствии с трендами, с текущей ситуацией на восток. Там ведь, наверное, вас ждут в объятиях. Китай пока никак не может объединиться с европейским пространством. Вот первый кандидат на расширение нашего аквариума. Это огромное такое уже самое озеро. Да? Дальше Индия и так далее. Есть достаточно много стран, которые не вошли в европейскую систему и с которыми мы можем объединяться. А для чего вы объединяетесь? С какой целью? Вы надеетесь расширить рынок свой или просто, чтобы где-то было написано, вот мы первые и имеем представительство? Понимаете, это же бизнес. В бизнесе ценность рейтинга определяется его значимостью. А значимость рейтинга определяется суммой капиталов, которые регулируются согласно этому рейтингу. Пока это российские капиталы, да, и, соответственно, ценность, она чуть поменьше. Его объем, если это будет российские и китайские, ценность этого рейтинга умножается... Ну, насколько? Я думаю, что раз в полтора. Виктор, ну вот поподробнее Китая. Догонг, да, есть рейтинговое агентство. Расскажите, ведь разворот на восток, мы говорим, когда мы говорим о нефти, о газе, именно это подразумеваем. А что касается рейтингового агентства, заметно действие Дагонга на российском рынке? Для вас интересен китайский рынок? Здесь какие-то движения есть? Ну, я выскажу, наверное, свое мнение. Да. Конечно. Не могу там полностью за Дагонг. Они действительно обладают большими потенциальным желанием развиваться на мировом рынке. То есть они покупили агентство в Европе, получили европейскую аккредитацию. В Соединенных Штатах им пока это не удалось сделать, насколько я знаю. Вот. И Дагонг... Но после того, как они понизили рейтинг США и сделали российский рейтинг суверенный выше, чем рейтинг США, то, я думаю, у них вряд ли что-то получится на американском рынке. Дело в том, что тут надо смотреть на методику. То, что был присвоен высокий рейтинг, это не означает, что там суверенная модель там, России, она там во много раз лучше там, американской модели. Да? Здесь немножко речь шла о другом. Там это делался рейтинг специально для инвестиций инвесторов, то есть привлекательность, больше с точки зрения привлекательности. Да. И вот эти детали надо читать, потому что они иногда объясняют политику агентства. Вот, в данном случае это об этом. А интересен ли Дагон? Интересен китайский рынок? Да, интересен. Мы встречались и с этим агентством. Оно действительно очень с любопытством смотрит. Но они на нас изучают нас так же, как и мы их иногда. Тоже как рыба к аквариуме. Присматриваемся друг к другу, да. Вот. А с точки зрения, например, китайских банков, которые работают в России, им интересно работать с разными агентствами. Они это подчеркивали. Не обязательно наличие своего агентства. Это вот действительно тот штамп, с которым надо жить там всю жизнь. Они говорят, нет, им интересны оценки вот локальных агентств. Они со многими общаются и открыты к сотрудничеству. Интересно это и нам.
Потому что компании, работающие в другой стране, компании, работающие по другим стандартам, но в принципе все объединенные международными принципами, да, там своей учетной политики, финансов и прочего, они для нас понятны все равно. Но это очень важно. Здесь можно только пожелать успеха вам в расширении и на Запад, и на Восток. Ну, а мы будем внимательно следить за этим развитием. Гостями программы были Дмитрий Гришанков, генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА», и Виктор Четверяков, генеральный директор Национального рейтингового агентства. Желаем удачи. До свидания. До свидания.